В Омской области от укусов клещей пострадали уже почти 250 человек. О том, как защититься от кровососов, горожанам в очередной раз напомнили эксперты в международном пресс-центре МКР «Медиа». По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в региональной больнице обратились 248 человек, в том числе 94 ребенка. По словам экспертов, основным способом защиты от клещей остается вакцинация. Она защищает от осложнений энцефалита. При обнаружении на теле клеща специалисты рекомендуют самостоятельно вытащить его, но только если нет возможности обратиться за медицинской помощью. Любителям загородного отдыха лучше всего выбирать места, где нет травы и сухостоя. К слову, страховку от укуса клеща специалисты советуют не приобретать. Бесплатно по этой страховке ведут иммуноглобулин. Там есть 4 квиточка. То есть я могу за сезон раз обратиться, потом еще раз обратиться и еще раз обратиться. Дорогие мои, этого делать ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что иммуноглобулин можно вводить не чаще, чем один раз в полгода. Это одно условие. И второе условие. Его нельзя вводить более чем 4 раза в течение жизни.